Надо будет камушком как-нибудь попробовать сделать так, чтобы маньяк подумал, что ты прыгнул в окно, а самому пешочком идти в другую сторону. Момент, смесь Фредди и зайчихи, похоже. Ну, удары она красивые делает. И сама она красивая. Ее показываю, даже так стоит, так с ножкой. Камень видно, как он летит? Да, видно. Чуть-чуть. Блин, еще... Вот не круто, что надо остановиться, чтобы его заюзать. Камень! Она же хотела пойти! Она же хотела в эту сторону пойти, но потом услышала оповещение и пошла прямо на него. Черт. Не, ну прикольно же, ну. А, здесь даже доски есть. Так, надо сейчас тайминг для хайлайта сделать, как камень отвлекающий. Навыки более полезны для игры за мэг. Все навыки мэг. Прикинь, сразу 4 камня, пока нарисовал оглушение. Это же психика маньяк сломается. Угу. Да, я вижу ее, чувак. Воу! Теперь я спирит. Перо может контрить спирит? Нет, перо как раз наоборот поможет тебе ее находить скорее. Поможет ей тебя находить. Вот. Ой. Было бы классно, если бы все равно дали очки храбрости, если они смогли отвлечь меня к камню. Это мечты. Нильботаев, Donation Accepted. Спасибо за 55 рублей. Разрабы в конец обленились. Используют одни звуки сурвов на других. Я про этого негра и типа. Ты бы дал согласие, если бы на твоего персонажа навесили звуки кладетки. Ну типа никто не спрашивает, понимаешь? Спрашивать типа не будет, поэтому врезался в нее. Да. Тем более звуки сурва это обычно те же самые разработчики. Ну блин. Нет, у нее есть свои звуки, а вот эти вот. Что касается звуков тэпа, все равно за тэпа никто не играет. Какая разница.
Люк, ползи, я не видел люк. Видели люк? Не видел люк. Блин, эти баги, лол. Такие странные. Волосы пропали. То, что было с Катюхой, на основе будут звуки норм, но у Катюхи были не повторяющиеся звуки, она была просто громкая. Ай, черт. Надо бежать до меня, скорее всего. Нет. Не нашла. Я ожидал, что это может, конечно, произойти, но... Ладно. Она промахнулась. Едящий тампонч. У нее пассивный фейзинг был увеличен. Ну, там где-то раз в полторы секунды это происходило, может, две.